Сказочный пейзаж. Просто сказочный. А дорогу-то почистили. Почистили для Жанны дорогу, чтобы она как человек могла выехать на работу. Смотрите, какая дорога. Хорошая дорога. Попала в какую-то засаду. Никогда здесь никаких пробок не бывает. Вот встречки идут, а мы тут все стоим. Раньше выехала на работу, хотела раньше попасть. Не получается. Что случилось? Вот что случилось там? Все, стоим глухо уже 5 минут. В чем дело? Ни на сантиметр не сдвигаемся. Может быть, там авария какая-нибудь. Дорога вроде неплохая, хотя снежок немного сыпет. Так, что ты тут работаешь? Не надо. Так, продвинулась буквально на 50 метров. Съехала с моста, и то не совсем. Встречки идут очень много. Да, вот выезжай на работу раньше. Все, уже как обычно, даже уже опаздываю. Снег идет. Снег идет. А за окном красота. Все, давай. Да, там что-то мигает впереди. Видимо, машина лежит или что. Скорее всего, авария была. Пока встречка не идет. Как же отсюда выбраться? Здесь чуть-чуть осталось до трассы Рига-Юрмала выехать на нее. Там уже можно рвануть. О, пошла встречка. Как обидно. Выехала раньше, хотела там еще дела поделать на работе. И что? И ничего. Все мои благие намерения в пух и прах. Что же там лежит такое? Все расплывается, непонятно. Знаете, вот чувство, что вверх колесами машина лежит в канаве. Как же так? Как же так? Так, там какие-то мигалки уже. Какие-то спасатели или что там. Так, что там, скорая? Возможно, это только недавно случилось. Да, мигалка появилась. Да, там, наверное, не разъехаться никак. Долго уже стоим, уже, наверное, 20 минут я здесь стою. Снег стал больше валить. Так, слышу звук. Ага, вот мчится там машина, мчится. Да, я уже представляю, там, наверное, до моста Лелопского выстроилась очередь машин. Слушайте, ну вот опять стоим 5 минут где-то и не с места. Буквально на 100 метров отъехали. И все. Репортаж с места событий.
Так, мне осталось, ну я не знаю, наверное, не успею на работу. Уже как-то даже и светать начинает. Тут уже люди стали из машин выходить. Да, мне кажется, здесь надолго. Хорошо, хоть топливо есть в бачке. Тут же и заглохнуть можно. Да, я уже вижу, там корпус машины вырисовывается. Как-то светлее стало. Застряла здесь. Уже полчаса стою. Вот. Это буквально здесь... Ну, вот этот мостик где, да? Еще не выехала на трассу. Не знаю, не двигается совсем. Полчаса стою. Чуть-чуть, 100 метров проехали. На мосту. Первый раз на мосту остановилась. Вот, там кто-то в кювете валяется. И все, вот. Не знаю, когда я выйду отсюда. Подъехала полиция. Ну, уже так, видите, красиво, так уже посветлело все. Светает, 9 час уже. Самое интересное, что даже встречка уже минут 10 не идет. Видимо, там был какой-то момент, пропустили встречные машины. И все. Вот одна машина проехала какая-то. А вот начинают, да, встречку начинают пускать. Может быть, пойдет сейчас какое-то движение. А ну, там даже вот подъехала полиция. А где они там сейчас остановились? Там же никак не разъехаться. Дорога узкая. Здесь по обочинам, видите, какие сугробы. Вот. Все очень ограничено. Что, настал день. Наступил день. Я уже выключила машину. Картинка не меняется. Кто-то уже не выдержал, вышел из машины, покуривает. Ну, в общем, картинка не поменялась. Тут уже народ выходит из машин. Тут приехали полиция, там с той стороны, видимо, какие-то еще службы. Скорая, наверное, в общем, там, видишь, мигает, все мигает, вот, ну, как-то так. Позвонила я уже на работу, сказала, что не знаю, когда я буду. Нет, здесь действительно что-то серьезное, потому что это уже ненормально, я сколько стою, ну, больше, чем полчаса. Вот, что-то очень серьезное. Надо выйти, что ли, глянуть. Ой, что ж там происходит?